Всем привет, друзья! Я очень рад, что перед тем, как мне позвонить или написать, вы решили посмотреть это видео. Ребят, вот если вы только продали свою какую-то классику или еще что-то, ты молодой пацанчик, хочешь Гелендваген, и ты не понимаешь, что это за машина, не надо мне звонить, не надо мне спрашивать. Посмотри это видео, я сейчас тебе все расскажу. Просто у меня очень много времени все это занимает, меня достали звонками. Вот давай я тебе просто покажу эту машину. Этот автомобиль 84 года, Гелендваген, это 460-й, не надо путать 463-й. Внешка у него уже стоит под 15-й год. Хорошие дорогие фары. Если тебе интересно, уже перейди посмотри на основной канал, на наш, и посмотри, сколько что стоит, там все об этом сказано. Продаю эту машину по одной простой причине, то что уже довольно прилично я ее сюда вложил и не хочу дальше пользоваться. Машина, в принципе, на ходу. А ее местах давай покажу. По внешке уже видишь, ну, скорее всего, на фотках уже будет она покрашенная. И здесь будет стоять ноздря. Тоже покрашенная. Так. По больным местам. Естественно, как и у всех геликов. Все это цветет, все это чистить, вычищать надо. У меня руки не дошли. Крылья восстановленные, покрашены, оригинальные свои. Переварены рамки под большие фары. Здесь стоят большие фары. Все, почему я решил это делать, потому что, когда покупал фары, мне порекомендовали, говорят, покупай большие, они качественные, которые маленькие фары, они нифига не светят и они отгорают. Вот и вся фигня для этого. По кузову. Ну, такие вещи. Ну, тут уже как бы не гнилое. Но есть. Коррозия есть. Также его больные места. Это вот такая коррозия. А ты фонарик я посвечу. Вот она, коррозия. Без нее никуда. Так, к салону мы потом вернемся. Сейчас давай кузов посмотрим. Соответственно, тоже дырочка. Так, как меня все любят. Ой, прям обожают вот эти вещи меня. С фоткой перешли. Попробуй туда залезть прям. Ничего не гнило и ничего не отваливается. Тут все живое, все нормально. Бампер я не менял, все в старом виде. Фаркоп очень удобно, кстати. Бампер, ну, его можно и покрасить, а можно и поменять. Это уже кто как захочет. Так, давай. По этой стороне тоже. То, что все живое, ничего не отваливается. Пружины новые я сюда поставил. Видно, не видно? О, пружины новые. Обе пружины были лопнуты, я их обе заменил. Так, по двери. Дверь в хорошем состоянии прям. Прям-прям в хорошем. Подваренная. Здесь уже коррозия пошла. Ну, по наружке подварено. Все нормально. Тут такая же коррозия. Это, скорее всего, подкрасить для того, чтобы хотя бы какой-то вид у него был, чтобы не бросал в глаза. Крылья восстановлены. Красить я их не буду. Я их оставлю в грунте. Кому надо будет человеку, тот покрасит. Единственное, что я говорю, я покрашу только облицовку. Для того, чтобы у него хотя бы вид был. Вот. Что касаемо по двигателю. Двигатель ОМ-616. 2.4 дизель. Кто разбирается, кто понимает,
он нифига не едет. Это машина тихоход. Ездить можно по городу, но медленно. У этой машины стихия, наверное, бездорожье. Это кататься по лесу, еще где-то. Мое желание было поставить сюда 5-литровый движок. В теории это все возможно. Кто пишет, тут типа нереально. Нет, реально, потому что 463 был. Мы все промеряли, смотрели. Все подходит, все хорошо. Как знаете, 463 5-литровый стоит. Так, что еще можно показать? Жабры тоже подваренные, все восстановлены, покрашены. То есть тут все очень даже хорошо. Машина, кстати, удивительная, я очень удивлен. Она очень неплохо сохранилась. Очень-очень неплохо. Запуск двигателя. Выпускается оригинально с кнопки. Давайте послушаем двигатель. Может быть, и решу этот вопрос, а может быть и нет. Сразу изначально предполагайте. Сейчас не стоит здесь вентилятор. Возможно, поставлю, возможно, нет. Пока не знаю. Что касается салона. Всех интересует салон. Салон в печальном состоянии. Салон вот в таком вот состоянии. Стоят тут сиденья. Как мне в свое время написал человек, он говорит, это моя машина бывшая, я ставил сюда сиденье от Кахи. Ну, может быть, я не знаю. Такие вот сиденья. Что самый прикол в этой машине? Мне чем понравилось? Чем отличается от 463-го? Здесь можно включить задний привод и подключить полный. В 463-м этого нельзя сделать, он постоянно на полном приводе гоняет. Вот это, кстати, я считаю плюс. Нафига он летом нужен, если ты по трассе ездишь? Не нужен, можно и чисто просто покататься на заднем. Ну, салон. Вот такой вот он салон. Руки сюда надо прикладывать. Вот такая вот система. Так, о чем я хочу сказать? Цена там написана. Цену вы все видите. Тот, кто пишет, сейчас приеду за 500 заберу, отвечу, да, приезжай. Только всю морду, все я сниму. Для понимания, вот сюда вложено более 250 тысяч рублей. Хотите? Можно все снять и за 500 спокойно забирайте. Это я и отдельно продам. Так что, вот так вот. Всего доброго, спасибо, что выслушали. Пока.